смотрим отель Palm Resort. Находится в Калангуте, в 1,5 километрах от моря. Если вы четко решили для себя, что отель вам нужен только для того, чтобы переночевать, и сидеть в отеле вы не будете, и вы будете брать на прокат байк, то в этом случае отель вам подойдет. Отель один из самых недорогих на Гоа, по причине того, что находится достаточно далеко от моря и сам по себе весьма скромный. В отеле большая, зеленая, приятная территория, но отель находится в 1,5 километрах от пляжа и трансфер до пляжа не предоставляет. Пешком, без особой спешки, до моря вы дойдете минут за 20. Имейте в виду, что рядом с отелем есть действующая католическая церковь, и каждое утро в 5 утра звучит запись звуков органа. Wi-Fi в отеле платный, 100 рупий за 3 дня. В отеле есть 3 ресторана, 2 бара, фитнес-центр и парковка. Парковка и фитнес бесплатны. Развлекательных мероприятий и анимаций как таковых в отеле нет. Иногда только возле бассейна включают музыку. Русскоговорящего персонала в отеле нет. Отель состоит из 3-этажных корпусов. В каждом корпусе ориентировочно 40-50 номеров. Отель не новый, был построен в 1995 году. Каждый год проводят косметический ремонт. Сейчас будем смотреть стандартные номера. Стандартный номер не очень большой. Мебель, видавшая виды, старовато. Во всех номерах есть холодильник. Он платный, 250 рупий в день. Телевизоры и балконы. Сейф на ресепшн платный, 100 рупий в день. Набора для приготовления чая и кофе и фена в номерах нет. Воду в номер не предоставляют. Некоторые номера без кондиционеров, но такие номера стоят дешевле. Дополнительно для третьего чека в номере предоставляется матрас или раскладная кровать. Уборка номеров по запросу. Нормальный вполне отель, но далековато от моря. Номера самые приличные из трешек, которые мы видели здесь. И бассейн. Вода более-менее прозрачная. Есть бар у бассейна.